на канале сестричек. Всем приветики. Сейчас вот девочки хотят украсить комнату. У нас сегодня Рождество, 24 декабря, но комната еще не украшена, вот только елочка стоит. Только елочка, и здесь мы сделали вот такую вот елочку из фонариков. И сейчас мы хотим ее украсить немножко, да? Да. Вчера мы украсили наше окошко. Вот сделали, как будто бы у нас был мороз. Окно замерзло, нарисовали вот такой вот морозец. Так вот у нас получилось, потому что у нас снега нету, смотрите, видите? Снега у нас нету, такое вот у нас Рождество без снега. Солнышко, небо было голубое утром. Так что вот так вот у нас Рождество без снега. Давайте посмотрим. У нас здесь есть вот такие вот прищепочки. Девочка и мальчик. И здесь у нас такие вот. Это девочка. Девочка, да? А да. Это мальчик. Мальчик. Сейчас мы будем на них что-нибудь крепить и на нашу елочку, да? Так, вот мы еще сделали вот такие елочки. Они из формочек. Специальные формочки для капкейков, да? Да. Они такие бумажные. И у нас вот были такие разноцветные, и мы сделали вот такие елочки. Их просто складывали пополам и склеивали. Вот, к ниточке. Тоже очень легко и просто, и прикольно получается. Да, вот такие разноцветные, да, у нас получились. Всякие разные. Так, вот у нас еще тут фотографии есть. Семейные. Мы тоже хотим их прикрепить поесть на елочку. Прикрепить прищепками, да? Угу. И думаю, будет очень красиво, да? Так, вот Ксюша держит у нас фотографии. Ага, давай еще. Повыше вешай, да. Вот это. Давай. Прикрепила? Да. Молодец. Я тоже буду. Так, ну вот мы фотографии повесили уже. Ой. Теперь что у нас там еще есть? Елочки. Здесь у нас есть такие вот маленькие шарики, да? Да. Давай попробуем их повесить, если они не упадут. Да. Куда идут? Да, мам, да! Ой, смотри, держится. Ну, а типа, шли снежинки. Каролина нам тут помогает. Да. Да, Каролина? Да. Тебе нравится? Да. Молодец. Так, вот мы елочки наши повесили. Еще поверни ее, смотри, она перевернулась в другую сторону. Как? Вот, вон та зеленая. Нет. В общем, вот такая елочка у нас получилась. С разными игрушечками. Да, еще что-то осталось? А вот еще у нас остались. Иголочки. Давай, еще две штучки повесить надо, и все. И будет готово. Это мама, это? Да, это тоже. Так, вот у нас такие вот мы вырезали сапожок. Вот сапожочек. Елочка. И такая вот игрушка новогодняя. Елочная игрушка. Давай, сейчас мы будем украшать кровать. Вот сюда вот мы будем клеить. Так, где? Ксюша уже клеит у нас здесь. Вот так получается вообще. Да. Давай, немножко вот так. А где желтая? Шарик желтый. Ксюша у нас заканчивает украшать кровать. Ты чуть-чуть в разнобой их клеишь. Вниз, вверх, так, чтобы они не в одну линию были. Одна повыше, другая пониже. Ты тоже хочешь? Да. Каролина очень любит помогать у нас, да? Я сейчас ей открою. Смотри, вот так вот можно шарик этот чуть-чуть. Так, все, мы закончили украшать кроватку. Вот такая вот она веселенькая получилась. Все, закончили мы с этим делом. Так, вот мы еще хотели показать, какие мы сделали подсвечники из фужеров. Они очень получились красивые. Их можно ставить как украшение на стол. Мы пока поставили вот на такую тарелочку. У нас здесь свечка уже погрызанная. Дети у нас думали, что она вкусная. Смотрите, видите, надгрызли. В общем, вот таких вот три фужера.
Это делается очень просто, да? Да. Мы берем любые елочные игрушки, любая мишура, елочные игрушки, все, что хотите, шишечки, и просто насыпаем фужер, переворачиваем его, и можно завязать вот сюда такой бантик, и сверху ставим свечку. И все. Можно большую, можно маленькую. Мы вот поставили вот такие вот свечки. Передаем привет всем, чьи имя появились в нашем видео. Wanna fall in love? You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kissed me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, we'd get something, something to make the starlight jealous up above. ¿Qué es eso? Чтобы Каролина больше не трогала мою косметику, да, Каролина? Сверху моя, врывает ее. Что там, Каролина? Это что за сундучок? Это что? Ух ты! Вот еще у Макса. Это. Вот еще Макс. Открывай. Открывай. Это. Косметика, это. Ты будешь краситься, да? Да. Ты краситься будешь? Мамину не будешь трогать косметику? Ой, это кто здесь? Животные, да? Кря-кря-кря, да? Ой, понятно. Вау! Ронда! Вау! Каролина! Ну-ка! Ой, это что такое? Это что? А? Это не ауто, Макси! Вау! Макси! Это же баян, или как его называют? Это гармошка! Это гармошка, аккордеон это, по-моему, да? Вау, ничего себе, Макси! Вау, Макси! Макси Мас! На, еще! Еще! Ауто, Макси! Ауто! Эй, все! Как эта косметичка закрывается? В другую сторону. Это Маргарита! И Батюшита! Вау. Покажи, пижамка? Ух ты! Да, притягивай. Это что такое, Макс? Это что такое? Папи! Папи! Давай! Ну-ка, это что такое, машина? Это ауто? Ауто? Давай, я запечатала уже так. Тоже пижамка? Ну-ка. Вау, какая пижамка. Сегодня я с ней буду спать. Классно. Здорово. Угадали? Хотела? Да, спасибо, мама! Поцелуй, поцелуй! Что это? Это конфета! С
Спасибо, мам. На здоровье. Ксюша хотела Play Da Vinci. Это не телескоп, это этот микроскоп. Помнишь? Да. Ты кто из вас хотел это? Я. Папа думал, что Ксюша хотела это. Что это? И у тебя тоже сумочка. Ты можешь ее разукрасить так, как ты хочешь. Футболочки! Спасибо, здесь можно футболочки рисовать. А это футболки. Дизайнер, в общем. Будешь сама рисовать, как хочешь, футболочки. Здесь есть трафарет, здесь есть наклейки. Тебе же нравится одежду рисовать? Да. Ну, все. Сундучок с платьюшками. Еще и туфельки есть. Вау, Каролина! Смотри, какие еще есть! Балетки, да? Смотри, Каролина! Да! Вау! Какое будешь одевать? Будешь одевать? Смотри, тут есть голубенькая. Ой, как раз? Да. Здорово, смотри. Вот с этим платьишком, с этим смотри, вот. И юбочка, да? И вот юбочка. Вот, смотри, Каролин. Еще одна. Вот еще одна. На. Ну, вот теперь будешь смотреть всякие эти... Фигняшки. Вау, ничего себе. Мам, там даже можно смешивать, мам, наверное. Да, мам, здесь мы можем увидеть все, что... Все очень маленькое-маленькое. Да. Можете, можно близко увидеть все. Смотри, тут даже есть пинцет, вот, лупа, да. Пробирочки всякие разные. В общем, здесь нужны батарейки. И потом уже надо смотреть, что там видно. Быстро доставай. Сейчас мы попробуем, да? Разукрасить. Такая классная. Тут мама, только с одной стороны нужно все это собрать. Мамочка, поможешь мне? Невеста. Вот она, невеста. Тили-тили тесто? Да? Каролина, да? Ой, какая деловая. Мама, ты тили-тили тесто, жених. Где твой жених? Эй. Мама, ты... А? Смотри, что она делает. Здесь уже есть. Мам, здесь уже есть штучки. Смотри, что она делает. Она думает, что я ее фотографирую. Фото, Каролина, фото. Мам, ай, смотри, молодец. Что это? Деловая. Мам, это... Вау, классно. Угу. Можно разноцветный, да, написать? Да. Здорово. Ну-ка, покажи пижамочку. Классно, да? Как раз? Да. Что там написано? Не знаю. Просто циферка. Джинби. А ты, Ксюша, ну-ка встаньте, вы как близняшки одинаковые. Вставай. Вставай, посмотри. Все, теперь точно близняшки. Ну-ка. Ну? О! Вот так вот. Поехали. Мама. Рули, рули. Мам. Все? Все? Приехал? Давай, поехали. Мама. Молодец. Мама. Вау, смотри, смотри. Вау, смотри. Что это еще? Так быстро? Да. Молодец. Ну все. Будешь ходить гулять. Я вот здесь вот эти положу. Фломастеры туда. Да. Поклади внутрь. Все. И можно идти гулять.